В преддверии дня казахстанской полиции в нашем регионе наградили служащих Департамента уголовно-исполнительной системы. 36 человек получили дипломы, ордена и нагрудные знаки. На торжестве побывала Ольга Закаруйко. В исправительных учреждениях Северного Казахстана находятся свыше 2000 заключенных. Большая часть из них – рецидивисты, а значит, требуют особого внимания и контроля. Осуществляют его 550 сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы. Лучших из них наградили в преддверии Дня полиции. В стране он отмечается 23 июня. Поздравляю всех присутствующих с 24-й годовщиной со дня образования казахстанской полиции и с этим знаменательным событием. Хочу пожелать вам счастья и благополучия, а нашей независимой республике Казахстан мира и процветания. Ердина Булгазин работает фельдшером медицинского блока около 20 лет. Он получил сразу две награды – знак «Отличник УИС» и орден «За верность долгу». Последний учрежден Республиканским союзом ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». На торжестве его вручили 15 североказахстанцам. После окончания школы решил свою жизнь посвятить медицине, а потом… Так сложилось, что оказался в рядах уголовно-исполнительной системы. С 1999 года работаю в учреждении 104/3. Начинал вольно-наемный, сейчас в звании капитан. 5 человек отметили грамотами Министерства внутренних дел. За добросовестное исполнение служебных обязанностей и в честь Дня полиции наградили Рустема Илюкина. По его словам, это еще один стимул относиться к своей работе ответственно. По профессии, да, вот юрист-правовед, конкретно к моей должности, это курирую учреждение уголовно-исполнительной системы. У нас в пределах Северо-Казахстанской области 6 учреждений. Основная задача вот, сводится к тому, чтобы осужденные отбывали наказание. Мы следим за их условиями отбывания наказания, за режимом содержания, за правопорядком в учреждении. Накануне праздника наградили 36 сотрудников и ветеранов департамента. В подарок – концерт от артистов областной филармонии. Ольга Загоруйко, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.